Здравствуйте, с вами Бусинка ТВ, и сегодня я вам расскажу два способа перехода от дна корзинки к ее стенкам. Итак, первый способ. Мы довязали до конца последний ряд нашего донышка. Далее нам необходимо вытянуть петлю и продеть ее под макушку первого столбика без накида. Ряда, который у нас только что закончился. Под макушку. Далее. Находим нитку, которая идет у нас от клубка. И смотрим, куда она у нас входит. Просовываем сюда крючок, захватываем нашу петельку. Таким образом, у нас на крючке получается две петли. Провязываем их. И провязываем еще одну воздушную петлю. Вот переход мы, в принципе, уже совершили. Далее мы вяжем столбики без накида по кругу, захватывая только правую заднюю стенку петли. Правую заднюю стенку петли. Тем самым формирую четкую линию дна. И донышко у нас получается аккуратненько. Второй способ, который я вам расскажу, подразумевает в себе то, что вы вяжете без шва. То есть донышко у вас как бы переходит плавно в стенки. Смотрите, мы довязали до конца ряд, вытягиваем нашу петлю, как и в первом случае, продеваем ее под макушку первого столбика без накида, вставляем в нее крючок, далее захватываем нить под клубка, которая идет, провязываем одну воздушную петлю, затем в основании, откуда мы с вами вытащили эту петлю, провязываем столбик без накида. Далее мы вяжем столбики без накида. Через всю петлю. Вот таким образом. И у нас с вами получается плавный переход от дна корзинки к стенке. Причем бесшовный, без шва. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Всем творческих успехов. До свидания.